Килограммы пудры и белила, а еще помады и чернила для темных бровей. Готовятся нижегородцы к встрече именитого гостя очень серьезно. Вот так вот девушка 21 века перешагивает в век 19. И сразу же на площади смешение веков и стилей. На солнце в ожидании гостя греются представители высшего класса 19-18 века. Костюмы, говорят нижегородцы, обязывают влиться в роль. Я себя абсолютно по-другому чувствую, одев этот костюм. И действительно, выправляется спина, ты начинаешь чувствовать себя не просто человеком, который пришел на мероприятие, а человеком, который должен показать себя. Я себя чувствую как королева. А в тени под деревьями ждут появления главного гостя уже простые нижегородцы, жившие в 19 веке. Чтобы скоротать время, они начинают кружиться в хороводах. А вот 7-летняя Вика решила прогуляться. Но ей нужно быть осторожнее, ведь с другой стороны в теньке отдыхают настоящие воины нижегородчины 9-10 веков. К середине праздника появляется и главный гость. Специально для нашей съемочной группы перед выходом в свет он поздравил нижегородцев. Я был в гостях в Нижнем Новгороде ровно 290 лет назад и праздновал здесь свое 50-летие и поклонился могиле великого гражданина российского Козьмы Минина. Слава России! С праздником, дорогие нижегородцы! Виват Россия! Позже на суд Петра Великого представили стилизованный показ костюмов. Петру, видимо, оказались по вкусу все модели. В этом его поддержали и нижегородцы. Костюмы и девчонки все шикарные. Замечательный праздник. Это впервые сразу, когда молодежь видит на площадке исторические костюмы. А после показа и бальных танцев весь праздник перешел на площадь народного единства. К шествию присоединился и заместитель губернатора Сергей Потапов. У тех, кто участвовал в этом шествии, наблюдал за ним, была прекрасная возможность вспомнить нашу историю, и историю Нижегородчины, и историю нашей России. Но на этом праздник Дня России в Нижнем Новгороде, конечно же, не заканчивается. В 6 вечера на площади Минина и Пожарского начнется дискотека 80-х, а в 20:00 на нижегородскую сцену поднимутся известные артисты России. Екатерина Снапко, Владимир Сиганов, Объективно, ННТВ.